Макси скутер от BMW C400. Это у нас GT версия. Отличается внешне от обычного X-а. GT пошире, ветрозащита больше, посимпатичнее, оптика другая. Платформа для ног, сиденье. У данной модели установлен регистратор сзади и спереди. Мотоцикл 21 года, резина также 21 года, тормозной диск сзади в идеале, колодки как новые. Вопросов по мотоциклу нет. Здесь у нас устройство, сейчас не помню, что он там показывает. С этой стороны у нас расположены ETC, это платные дороги Японии, и рекордер, запись регистраторов. Также есть USB разъем. Ключ у данного мотоцикла один. Пробег. Здесь показывает обороты, километров в час. Тысяч 194 километра. На русский язык не переставляли пока. Здесь какое-то устройство удерживающее, какой-то смартфон. Это с кнопка. Это у нас как ручник. Раз, зафиксировали, отбросили. Все остальное вроде бы по штату. Спереди резина уже под замену, тормозные диски выработки нет, вилочка без опросов, регистратор перед, на двухстороннем скотче после мойки отлетел. Лобовое стоит штатное, но можно поставить и выше, будет ветрозащита интереснее. Так. Это переключение у нас получается вида регистратора, запись, либо, скорее всего, фиксация фотографии делает, то есть момент запечатления. Очень яркий свет у BMW, у всех мотоциклов новых, прям очень ярко светят фары.